Голубая совершенно мечта, звезды это гик, потому что мне хотелось быть, конечно, почтительным сценаристом. И я вот все свое сознательное детство промечтала о том, как я въеду в Москву, на улице Вильгельма Пика, буду ходить в замечательное здание с кинематографией, там учиться, а потом писать сценарий. Ну, вышло немножко по-другому, но когда мне уже было там 30, сколько там, 4 или 5 лет, я вдруг подумала, что, может быть, стоит эту мечту реализовать, и уже пошла поучиться в Московскую школу кино, но об этом чуть позже.